Тем временем в Тампонском районе проходит чемпионат Якутии по борьбе хапсагай. Соревнования памяти почетного мастера спорта Советского Союза Петра Алексеева организованы в Центре спорта и культуры Алроса. Мероприятие посетила и наш корреспондент Мария Винокурова. В поселок Хандеры съехались около 250 спортсменов, в том числе 87 мастеров спорта, 159 перворазрядников из 19 улусов города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Среди сильнейших хапсагаистов Увар Тимофеев, Игорь Сафронеев, Иннокентий Иннокентьев, Прокопий Петров, Александр Румин и многие другие звезды якутского ковра. Идут предварительные схватки, пока первый круг, второй круг вот, борются ребята. Мы командой планируем попасть в пятерку лучших и в дальнейшем участвовать на кубке. Это стенку на стенку у нас. На торжественном открытии чемпионата борцов приветствовали глава Тампонского района Яков Степанов, первый вице-президент Федерации хапсагай Прокопий Рахлеев, главный судья соревнований Андрей Яковлев. Мужчины будут бороться в 6 весовых категориях. В 3 из них разрешается дублирование. Среди ветеранов 5 категорий. В 2 из них также разрешается дублирование. Ну, ожидается бескомпромиссная борьба между ними. И мне кажется, еще будут молодые, именно перспективные борцы. Сейчас прошли первый и второй круг соревнований. Вечерним будет третий круг, и завтра финальный, полуфинальный борьба будет. По итогам этих соревнований будет определен состав будущих участников Кубка Федерации. Мария Винокурова, Хандыга.